ушонка круть и верть, да петушок голосистое горлышко. Мышата только и знали, что пели да плясали, крутились да вертелись, а петушок чуть свет поднимался. Сперва всех песни будил, а потом принимался за работу. Вот однажды подметал петушок двор и видит на земле пшеничный колосок. «Круть, верь, глядите, что я нашел!» Прибежали мышата и говорят: «Нужно его молотить!» «А кто будет молотить?» «Только не я, только не я!» «Ладно, я обмолочу!» И принялся за работу. А мышата стали играть в лапту. Веселятся, прыгают, а петушок все работает. Кончил петушок молотить и крикнул: «Эй, круть, эй, верь, глядите, сколько я зерна молотил!» Прибежали мышата и запищали в один голос: «Теперь нужно зерно на мельницу нести, муки намолоть!» «А кто понесет?» «Только не я, только не я!» «Ладно, я принесу зерно на мельницу!» Взвалил себе на плечи мешок и пошел. А мышата тем временем затеяли чехарду. Друг через друга прыгают, веселятся. Вернулся петушок с мельницы, опять зовет мышат: «Сюда, круть, сюда, верь, я муку принес!» Прибежали мышата, смотрят, не нахвалятся: «Ай да петушок, ай да молодец! Теперь нужно тесто залететь, да Геннадий петь!» «Кто будет нести?» «Только не я, только не я!» Подумал-подумал петушок и говорит: «Видно, мне придется». Замесил он тесто, натаскал дров, затопил печь, а как печь истопилась, посадил в нее пироги. Испеклись пироги, петушок их вынул, выложил на стол, а мышата тут как тут, и звать их не пришлось. «Ох, это и голодался я, ох, и есть хочется!» И за стол сели, а петушок им говорит: «Подождите, подождите, вы мне сперва скажите, кто нашел колосок?» «Ты нашел!» «А кто колосок обмолотил?» «Ты обмолотил!» «А кто зерно на мельницу носил?» «Тоже ты!» «А тесто кто носил, дрова носил, печь топил, пироги топил?» Что ты? А вы что делали?» Что сказать в ответ, и сказать нечего. Не за что таких лодырей и лентяев пирогами угощать. Oh!